Всем привет, у нас в продаже появляется Renault Samsung SM6 2018 года выпуска. На автомобиле установлен 2-литровый бензиновый двигатель, который дает 150 лошадиных сил. В автомобиле всего лишь один владелец и пробег 74 тысячи километров. Давайте посмотрим салон. Задний ряд сидений без каких-либо грязи, потертости. Также есть подогрев задних сидений. В автомобиле есть бесключевой доступ. Передние растения также в отличном состоянии. Давайте пройдемся по комплектации данного автомобиля. В комплектации у нас входит все 4 электростекоподъемника двери, электрорегулировка зеркала, также их складывание, обогрев рулевого колеса, мультируль, электронная приборная панель, штатная мультимедиа, зона климат-комфорта. Также у нас здесь есть обогрев передних сидений, центральный замок. Тут у нас есть беспроводная зарядка. Розетка 12 вольт, USB и AUX. Место для двух подстаканников. Электропаркинг и... Давайте запустим двигатель. Двигатель запускается отлично. Если вас заинтересовал данный автомобиль, все контактные данные и описание можете найти в объявлении. Приобрести его можно за наличный расчет по системе трейдинг или в автокредит. Находимся по адресу Азина 83, салон столица. Всех ждем.